Знаете, как вообще... Орловские полицейские попытались расплатиться в магазине фальшивой 5000-ной купюрой. Делали это не с целью обмануть продавцов, а в рамках профилактического рейда. Провели такое в железнодорожном районе. Правоохранители вместе с общественниками наведались в 3 сетевых магазина и 1 автозаправку. Выяснилось, что не все кассиры готовы опознать подделку. Некоторые спокойно рассчитывались с подставными покупателями и, не проверив подлинность купюры, выдавали сдачу. С такими невнимательными продавцами провели разъяснительную беседу.